Всем привет! В этом ролике вы узнаете про 10-ю участницу турнира. Это Дарья Алексеевна Филиппова. Единственная шахматистка из Челябинской области, город Усть-Катав. Женский мастер ФИДЕ. Известным тренером является ее отец Алексей Семенович. Дарья многократная победительница первенств Уральского округа в своих возрастах. Чемпионка России по решению шахматных композиций среди девушек до 19 лет. Обладает множеством талантов помимо шахмат, крепкой нервной системой, выносливостью. В этот турнир попала в последний момент, как запасная участница. Как и Мария Якимова, просто Дарья была второй запасной участницей. Но стала запасной она не просто так, она заняла четвертое место в турнире «Саткинская осень». Понятно, что это четвертое место ей досталось не без везения. Но мы сейчас вот посмотрим вот этот маленький фрагмент, в котором она обыграла одну из участниц суперфинала, Баю Кованову. Дарья играет черными. Мои извинения. Ой, Дарья играет белыми. Да. Позиция белых тяжелейшая. Тяжелейшая. У них не хватает двух пешек. Более того, король в огромной опасности. И здесь, видимо, решив, что дело сделано, Баю Кованова ошибается. И после слон d8 выясняется, что взятие на d8 ведет к тому, что черные просто остаются без ладьи. То есть Даша этот шанс не упустила. И в дальнейшем эту ладью, несмотря на то, что ладья лишняя у белых, все еще есть проблемы с безопасностью короля, но в дальнейшем Даша все-таки относительно уверенно реализовала свой перевес. Реализовала красиво. Все пожертвовала и перешла в матовую атаку. Ввиду неизбежного мата черные в этой позиции признали свое поражение. В общем, несмотря на то, что формально Даша является аутсайдером этого турнира, я уверен, что, опять же, легко с ней в партиях никому не будет. И при определенной доле везения, вот как, например, в этой партии, она способна тоже вполне побороться за высокие места. В общем-то, спасибо за внимание. Все участницы турнира на канале освещены. И остался ровно один ролик про 11-го участника этого турнира. Все, спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин. После ролика про участника будут уже трансляции, прямые трансляции с женского супертурнира. До новых встреч!